Глава городского округа Дмитрий Волошин прошелся по Химкинским улицам и оценил чистоту социальных объектов и многоквартирных домов. Первым делом руководитель муниципалитета проверил, как проходит сортировка мусора в школе номер 8. С 1 сентября этого года все образовательные организации перешли на раздельный сбор отходов. Сортировка мусора не только научит ребят беречь природу, но и поможет школе сэкономить средства. Нам нужно, значит, установить работу таким образом, чтобы деньги, которые выручены от продажи пластика, стекла, оставались в школе. Вот это основной момент. Тогда и детки будут понимать, что не нужно выбрасывать куда-то мусор. Специальные контейнеры для раздельного сбора мусора уже есть во многих дворах Химок. Около 200 сеток для утилизации прозрачных и полупрозрачных пластиковых бутылок и чуть больше для сбора чистых отходов – металла, бумаги, стекла. Также глава округа проверил работу коммунальных служб, в первую очередь качество дорожной разметки и как уложен асфальт. После оценил ремонт подъездов в доме на Ленинградской. Ремонт свежий, но недочеты есть, их устранит управляющая компания. Не осталось без внимания и благоустройство дворов. Возле многоэтажек появились новые детские площадки с безопасным покрытием. За 3 года благоустроено более 200 площадок. В ближайшие несколько лет в планах администрации привести в порядок все дворы Химок.